Приятного времяпрепровождения. С вами, как всегда, козел альпийский. Огромный детеныш был в кадре. Просто я забыл убрать приближение. Вот они, детеныши. Вот другие животные. Видите, какой у нее. У этой тоже. Вот тоже животное с таким же. Вот примарх саламандр. Видите, в этом году он отдыхает. Он недойный в этом году. Основное стадо здесь. Я снимаю сейчас третий, наверное, ролик за этот день. Или второй, я уже не помню. Три дня подряд я снимаю по нескольку роликов. Ну, естественно, не все оставляю. Продолжают они пастись. Пока. С вами был Козел Альпийский. До новых встреч. Всем пока.